ход очень маленький. Даже по-трезвому залезть трудно. Это последствия пожара ночного. В 3 часа ночи началась война. Вот представляете, палатка 1,5 на 1,5, как я тут метался, искал выход. Как мышь в клетке, блин. И вот из этого выхода я должен был потихонечку вылезти. Коля, на, подержи. А вылетел, как ласточка. И то еле-еле открыл замки.